Пошла жара! Закинь на счет еще дрова! Алимбет не парит, а щедрый бонус дарит! Зарегистрируйся, пополни счет и получи 30 тысяч рублей! Алимбет – народный букмекер! Олег Петрович, расскажите, как будет строиться работа в Сочи? Мы будем работать в двухразовом режиме. Есть этот сбор. Нагрузки будут возрастать у нас по сравнению с последним турецким сбором. Но это необходимая мера. В общем, все это планово. То есть работа над физическими кондициями будет продолжаться, правильно? Ну, она как бы всегда продолжается, потому что у нас, в принципе, мы с первого сбора, с первого дня все делаем все через мяч, через игровые упражнения. Здесь будет практически то же самое, только больше моментов тактических. Больше тренировок уже тактических направлений. Можно ли сказать, что на спарринге будут немного другие задачи? На спарринге будут такие же задачи, которые были на втором сборе у команд, плюс еще будут добавляться какие-то частности. Это такие, они носят больше тактический характер. То есть это будет уже с прицелом на возобновление? Ну да, это уже потому что мы приезжаем и у нас по сути будет начало чемпионата. Естественно, мы этот сбор будем поддерживать функциональные наши кондиции, которые мы, в общем-то, заложили в Турции, да, поддерживать игровой ритм и решать тактические задачи. Вот так три основных цели, которые здесь у нас присутствуют, для того, чтобы войти в чемпионат.